Отстань! Отстань от меня! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Север. Это Don't Starve Shipwrecked, или же потерпевший кораблекрушение. Да, я знаю, как бы я снимаю Ark Mobile, прохождение Ark Mobile, и до конца осталось всего лишь две серии, но в своем телеграм-канале и в сообществе Ютуба я написал то, что у меня не будет возможности записывать видосы около двух недель, и поэтому я записываю заранее несколько видосов, уже один готов, и мне нужно записать еще как минимум два. И один из этих видосов — это как раз Don't Starve, потерпевший кораблекрушение. Так как до конца выживания у нас осталось еще две серии, это получение данж Грифона. Я считаю, что это обязательно в одиночке, иначе, ну что это такое? И приручение Титаном. Но, чтобы приручить Титана, нужен 100 уровень. Да, можно его приручить и раньше, но я так посмотрел на Википедии, или же как это называется. На 100 уровне открывается задание «Приручение Титана». За это задание дают награду, какую не скажу, увидите сами потом как-нибудь. Ну, в общем, это фарм уровня, это очень долго, я банально не успею записать, так как сейчас четверг, я должен сегодня записать видос, вот как раз по Don't Starve, а потом уже пятница, там я тоже должен записать видос, уже еще один какой-то, какой я до сих пор не решил пока что. И поэтому как-то так, в общем... Погнали играть. Выберите слот. Морг? Что морг? Персонаж. Какого персонажа можем выбрать? Так, давайте читать. Ученый-джентльмен. Интересное название. Я держу верх силы своего разума. Отращивает великолепную бороду. Ну да, заметно. Поджигатель. Вещи намного красивее, когда они в огне. Неуязвим к огню, уходит с миленькой зажигалкой, поджигает все вокруг, когда нервничает. А, то есть тут даже такие херни будут, типа неуправляемые персонажи? Я могучий, нет никого могучей меня, силач. Становится сильнее, когда сыт, боится монстров и темноты. Блин, ну иди нахуй тогда. Ладно. Так, чё по миру? Давай мы, наверное, здесь не будем ничего менять, просто начнем. Есть ли начальная заставка, как в обычном Don't Starve? Создаем острова. Генерация джунглей. Вау. Выгул земель. Емат, смотрите, какие биомы интересные, ребят. В обычном Don't Starve там обычно капец как жутко было. Так, ну, начальной ставки не было. Отлично дрифтуешь. И чё? Дубина. Ну, ебать, спасибо. Только встал, сразу нас захуярили. Так, что это за кнопка? Как поменять... Угу, понятно. Это не влияет на мою команду. Да мне как-то пух. Бей по глазам. Ну, это из обычного Don't Starve, ладно. Давайте собирать все это. Я вообще пока что не понимаю, что здесь сделать. Я вот в обычный Don't Starve поиграл буквально 2 часа. И я там практически ничего особого так и не сделал. Так, цветы. Цветы вроде можно есть, да, все верно. Лепестки. Я съел, ну ладно. Съел так съел. Еще цветок. Так, дерево. Чтобы добыть дерево, мы не можем добыть дерево. Ладно. Давайте тогда посмотрим систему крафтов. Что у нас вообще можно скрафтить? Так, петля. Ловушка. Для ловли маленьких зверей, например, кроликов, да? Здесь наверняка должны быть кролики, потому что это все-таки пустыня здесь есть. А бревенчатый плод, сплав на свой страх и риск. Бамбуковый плод, определенно пригоден для моря. Блин, сейчас ночь будет. Так, здесь мы можем скрафтить уже факел. Переносной источник света. А, инструменты. Нам нужен камень. Камень, 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 камень. Давайте искать камень. Камень где-нибудь наверняка валяется в земле, как в арке. Но я пока что все буду собирать, то, что я вижу, потому что ресурсы все равно нам пригодятся. А вот и камень. Не-не-не-не, ты ко мне не лезь. Так, давайте топор тогда сразу скрафтим. Так, у нас топор 100%, ракушка. Можно забрать? Можно. Может, мне стоит это продать. Хорошо. Значит, скорее всего, здесь есть остров. А нахера я еще один топор сделал? Ладно, лишним не будет. Так, дерево здесь собирается как? Долго, недолго? Нормально. О, кокос! Имба. Давайте собираем все это. Прибрежный камень. Можно ли тебя собрать? Да не надо, не надо, не надо, не надо. Кокос, тебя можно посадить. А съесть нельзя, да? Ну то можно есть. Ну нахера ты съел семена, ну е-мое. А что я сейчас сделал? Я посадил кокос, классно. Почему его нельзя съесть? Скорее всего, можно приготовить. Давайте камень искать. Что-то я не додукиваю, как его поймать, не сым. Это нормально. Пока что я не понимаю вообще ничего, если честно, что нам сделать, если у нас здесь какая-нибудь карта. Ух ты, ёб твою мать. Она тут огромная. Ну ладно, вот камень, кстати. Ну это кремень называется, в принципе, логично.
А здесь нужно два кремня и две палочки. Ладно, палочка еще, ладно. О, вы видели? Только что прилетела... Как ее звать-то? Птица, наверное, да? Итак, это что? А хер его знает. Сюда, наверное, либо крабы сбегают, либо кролики. Давай, 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 давай. Твою мать. Ладно. Так, это что там за коряга валяется? Ну-ка. Хер его знает. Это можно с... добыть? Не, нельзя. Это, походу, просто декорации. Ладно. Это что? Это красный гриб. Я не знаю, можно ли его хавать. О, ягоды, ягоды, ягоды. Ягодный куст. Цветок забираем. Алло, а где камни? Можно, пожалуйста, камни? Сейчас первый день закончится, мне нужно будет факел скрафтить. Умоляю. Точнее, не факел, а костер. Есть костер, конечно, можно крафтить, как в прошлой части Don't Starve. Если не ошибаюсь, всего только две части Don't Starve. Да все, не надо, не надо, не добывай. Блин, твою мать, сейчас темно уже будет. Так, быстро, костер можем скрафтить? Можем, хорошо. Сейчас мы еще дерево добудем. Да, ё-моё, не агрись на них. Так, бревно, бревно и семечко дерева джунглей. Это шишка? Это шишка. Мы его можем посадить, но по идее это топливо для костра. Это нам пригодится. Вот, кстати, еще один кремень. Так, кстати, топор очень быстро ломается, к сожалению. Даже быстрее, чем в арке, наверное. Почему я все сравниваю с арком? Да потому что там пробыло очень много времени. Цветки, да, цветки можно хавать. Куда ты идешь? Баран. Не успел. Ладно, давайте тогда идем вперед. У нас, в принципе, все есть, то, что нам нужно. В принципе. Так, кто-то здесь. Прибрежный камень. Слушай, прибрежный камень. Давай-ка мы его соберем. Ой, что я сделал? Морские блюдечки. Ой, блин. А можно собрать? Можно, можно. Так, камни, камни, кремень, камень. Камень, скорее всего, понадобится более для более хорошего предмета. Или же... Так, это что такое? Ловушка. Мы можем уже сделать ловушку, но я не знаю, стоит ли нам. Тропический зонтик. Пафосный зонтик для тропиков. Скорее всего, защищает от жары. Скорее всего, так и есть. Так, наука. Научная машина. Открывает немного рецептов для крафта. Нужно 4 камня и золотой самородок. Золотой самородок, это, скорее всего, очень редкая херня. Сейчас уже ночь будет, блин. Ладно, сейчас ночь наступит, и тогда мы все соберем. Валун, валун, валун. Ну-ка, 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 ну-ка. Камни. А, только камни, да? Ну хорошо. Камни это тоже хорошо. Сейчас точно наступит, и мы скрафтим костер с вами. Мы же можем скрафтить костер? Да, можем. Да, а что он делает? Морские блюдечки. Зачем ты съел? Скорее всего, можно приготовить. Причем это всегда, когда мы подходим к какому-нибудь из этих камней и... Да, это все, что я хотел сказать. Семена, семена собираем. Это жратва все-таки, как ни крути. Так, 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 так. Ой-ой-ой, это что было? Так, топор в руки, сразу целый, на всякий случай. Ракушка, соберем. Может быть, здесь все-таки есть какой-нибудь, не знаю, придурок, который будет все это покупать у нас. Кстати, я вспомнил Resident 4, где, если это торговец, он покупает абсолютно любое дерьмо. Твою мать, ничего не вижу. Блин. Да не сы, не сы, не сы, не сы. Все. Ладно, сейчас будем ждать, пока ночь пройдет, и мы с вами увидимся. Как готовить? Можно. Супер. Лучше готовленную пищу жрать, потому что... Ну, сами понимаете, так, давайте добавим горючее. Так, это нельзя... А, это тоже можно использовать как горючее, ну ничего себе. Все, ребят, у нас день. Давайте тогда дальше исследовать мир. Так, где я сейчас нахожусь? Я нахожусь в какой-то жопе, мягко говоря. Ладно, давайте еще раз сходим туда, посмотрим, есть ли там сохранение. Ух ты, у меня аж подлагало жестко. Сохранение, это получается что? Это мы, скорее всего, открыли новый биом, и из-за этого у нас сохранение произошло. Короче, если честно, я не помню, что было в прошлой части, почему мы сюда попали, но вроде как из-за того, то, что... Нашему герою захотелось создать то ли машину времени, то ли еще что-то. Медуза. Медузу, скорее всего, поймать нельзя, да она и несъедобная. Ракушка, собираем сразу. Мало ли пригодится. Не, не собирай, не собирай, баран. Валун пока что не буду трогать. Ракушки будем собирать на всякий пожарный. Если вдруг закончится место, я не знаю, сколько здесь находится в одном стаке. К сожалению.
Но было бы сладно, если бы, конечно, подкасали. Ну ладно. Так, вот еще жареные морские блюдечки. Давайте съедим, посмотрим, сколько восполняется. В принципе, неплохо. И давайте сожрем семена. Семена тоже очень хорошо восполняют. И что у нас еще есть из пищи? А еще у нас из пищи есть лепестки. Их наверняка пожарить нельзя. Поэтому мы их просто съедим. И они вообще ничего не прибавляют. Ладно, тогда нахер. Нахер. Давайте дальше. Что по карте, куда идем? Там тупик. Хорошо. Давайте тогда мы пойдем вон в ту сторону. Я там еще не был. Ладно, давайте тогда скрафтим плот. Почему бы и нет? Давай. Все, мы можем на нем путешествовать. Вау. Но это рискованно. Это реально рискованно. У нас буквально... У нас даже прочность есть. А можно тебя захуярить? Можно нельзя. Можно нельзя, да. Окей, это очень неплохо. Вроде как в Старом Донстарве не было такой механики плота. Давайте сейчас мы будем проплывать. Может быть, найдем какую-то местность. Что, можем еще один плот скрафтить на всякий случай. Если вдруг. У нас еще 146. Окей, этого хватит. Давайте для начала откроем вот здесь полностью местность. Потом уже посмотрим. Рыба! Рыба-пес! Почему рыба-пес, не знаю. Я вот что думаю, может быть это просто течение? Нет, это новый биом. Ребята, это новый биом, 100%. Новый биом, давайте идем туда. Скорее всего, это течение ломает нам плот. Скорее всего, медуза, остерегай. Блядь, темнеет. Сука, плохо, очень плохо. Я так и никуда не доплыл, это очень херово. Какое-то свечение. Карту, быстро. Здесь еще одна рыба. Хорошо. Плывем дальше, пацаны, плывем дальше. Да, ломается. О, H2O, иди нахуй. Можно хуй пососать, ну ладно, тоже можно, в принципе. Блядь, здесь какие-то медузы очень херовые. Так, это что такое? Это пещера? Блин, как понять, что это такое? Это какой-то коралловый риф? Ну-ка, молоток, можно захуярить? Ломать не строить. Факел, срочно, ночь. Хорошо, давайте тогда постоим. А, окей, это работает как свет, хорошо. Хорошо, на самом деле это очень хорошо, то что вот эта херня, это свет. А смотри, это какая-то вещь. Охуеть, а я не заметил. Ай, блядь, что это было? Сука, я обосрался. Так, это какие-то агрессивные рыбы, скорее всего. Да, это агрессивные рыбы, мы с ними не справимся. Уходим. Так, пока что ничего... Опа, водоросли. Водоросли — это хороший знак. Значит, скорее всего, если верить моей логике, то, скорее всего, там есть... Но мы их соберем, на самом деле, потому что они нам пригодятся. Да что это за тени, ёб твою мать? Мы соберем водоросли, потому что это еда. Просто так, скорее всего, мы просто вызовем отравление желудка, и нам нужно будет... Что нам нужно будет? Скорее всего, что-то делать. Нет, мы никуда так не приплывем, ребят. Вот! Земля! Ура! Земля! Пожалуйста, слезь нахуй. Пожалуйста, слезь. Слезь. Да какая утечка, мне насрать. Слезь! Как слезть? А, окей, я понял. Во! Хорошо. Погнали уже на нем. Хорошо. Так, давайте тогда исследовать вот эту местность. Я туда больше не поплыву. Нам не нужно опораться на это течение. Я просто знаю то, что, скорее всего, если мы попадемся под этот риф, то нам дадут мощнейший пизды. Просто такой мощнейший. Они идут куда-то в том направлении. Я не знаю, может быть, это связано с тем, что там берег. Давайте проверим. Очень не хочется проверять, честное слово. Очень не хочется. Вообще не хочется. Но мы это сделаем. Темнеет, скорость темнеет. Да мне вообще похую. Просто плывем. Единственное, что, если мы будем попадать под эти рифы, когда мы будем стоять в темноте, нам будет, мягко говоря, очко. Все, тогда давайте здесь переночуем. Очень надеюсь, что это будет работать как свечение, и мы сможем здесь спокойно переждать ночь. Все, ребят. Кстати, заметили, как только день наступил, то сразу же поменялось в характере. Так, у нас здесь открылось... Вода, прибережная вода.
Хорошо, значит, скорее всего, здесь есть остров. Да-да-да, все верно, здесь есть остров. Погнали тогда туда. Уи! Че уи, баран? Водоросли я соберу. Водоросли соберу, не могу мимо них пройти. Ладно, слава богу. Не, возможно, здесь вода глубокая, в принципе, как и в арке. Я просто подумал то, что, возможно, здесь вода, ну, не глубокая. Так, мы не можем здесь пройти. Или можем? Можем, все нормально, хорошо. Мы промокаем, мы промокаем. Давайте собирать ресурсы, пока есть на это возможности, так сказать. Опа, че. Ули, ули, что-то новенькое. Ай, блядь! Извините, 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 извините. Все, идите нахуй, идите нахуй, идите нахуй. Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Да, блядь, ничего не крафт, просто убегай, просто убегай. Фух, бля, я испугался, пиздец. Все круто. Так, капитанская фуража, спасательный плот, спасательный жилет. А, да-да-да, круто! Круто, это броня! Не, иди нахуй. Скелет, скелет, добудь, скелет. Скелет, надо добыть, да надо добыть. Лучше ты, чем я. Сука, добудь его! Можно добыть, пожалуйста? Скажи, что можно. Пожалуйста, братан. Я думал, можно его добыть, а его нельзя добыть, сука. Вот, ударить молотком. Вот, кусочки костей. Для чего вы нужны? Кусочки кости, ебать, спасибо, Кэп. Хотя, может, у всех потреб... Опа, домик, 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 домик. Жилище дикого кабана. Ой, блядь! Я не хочу с ним пиздиться, он меня отпиздит. Держись подальше. Иди нахуй, я здесь собираю ресурсы. Окей, я не хочу с ним сражаться, просто потому, что у меня хп очень мало. Просто не хочу пока что. Камни собираем тоже, пригодится. То есть здесь не будет того, то, что мне нужно. Ладно, идем дальше. У нашего персонажа падает рассудок. Ой, бля, мы какой-то новый... Блядь! Это плохо? Нет, мы ускоряемся, наоборот. Слушай... Блять, вот это уже плохо. Мы получаем влажность. То есть мы должны прям на них влетать, понимаешь, да? Ну-ка. Да-да-да, мы должны прям на них влетать, и тогда все будет хорошо. О, H2O, иди нахуй! Ёбаный рот. Тут ложка? Иди сюда. Я скрин сделаю на всякий. Убей ее нахуй. Хорошо. Мясо, мясо, мясо. Бля... А, блядь! Иди нахуй! Да, блядь! Сядь на него, сядь на него! Иди нахуй отсюда, тварь ебливая. Пожалуйста, уйди. Да, бля, собирай все, мне похуй вообще. Кокос похуй. Блядь, он не отстает, он не отстает, он не отстает! Сука! Ебануться! Ебать тут джунгли. Этому дереву просто необходима стрижка. Идешь нахуй. Ты тоже это слышал? Я нихуя не слышал, братан. У тебя шиза разыгралась. 100%. Короче, давай выбросим кокос и попробуем его рубить. Супер. Теперь мы будем его хавать. Давай хаваем. Рассудок, к сожалению, не повышает. Ладно. Так, это что, это что, это что, это что? Так, кирка, кирка, кирка. Где кирка? Вот кирка. Это что? Это валун. Что выпадет из валуна? Давайте посмотрим. Золотой самородок, кайф! Кайф, кайф, кайф! Кайф, золотой самородок, ребят, ебать! Так, нахуй, нахуй, нахуй. Бревна, 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 бревна нужны. 4 бревна, и мы откроем новое что-то там. Пожалуйста, бревно, бревно. 4 бревна сразу. Раз бревно, 2 бревно. Бля, сколько? 4 бревна, супер. Шишки. Нет, нужны шишки, нужны шишки. Сука. Давай соберем еще 2 бревна на всякий случай, мало ли. Да, бля, идешь нахуй. Бля, нужно ягоды собрать и грибы. Нужно ягоды и грибы собрать, ребят. Яйцо, кстати. Блядь, яйцо надо. Хорошо, кости нахуй. Не пригодится? Эй, яйцо. Вообще я хотел кости выкинуть, братан. Выкинь кости. Я нихуя не слышу. Просто съешь яйцо и не выебывайся.
Собирай бревна. Собирай ягоды. Ешь ягоды. Это не влезет в мой карман. Что? Мне похуй, что у тебя там не влезет. Ай, блядь! Уйди! Уйди! Отстань! Отстань! Блядь, я только золотой самородок нашел! Не надо! Не надо! Отстань! Блядь, нужно на плот, ну его нахуй. Нужно на плот, нужно на плот, нужно на плот, нужно на плот. На плот, на плот, на плот, на плот, быстро, блядь, на плот. Где мой плот, сука? Блядь, отстаньте от меня, демоны! Демоны! Блядь, бамбук нужен. Я могу собрать бамбук здесь. Блядь, уйдите! Да хули ты хочешь от меня, блядь? Идете нахуй. В смысле? Вы что? Нет! Нет! Отстань! Отстань! Отстань от меня! Блядь, отстань! Будем пиздиться, мне похуй. Будем пиздиться. Фух, блядь, всего-то. А я испугался. Хочешь, тоже хочешь попиздиться? Ну давай попиздимся, сука, ну давай попиздимся, блядь. Ну что ты мне сделаешь, сукин сын? Ебануться, блядь. Окей, зато мы запомним то, что теперь против них можно сражаться. И они нам практически ничего не сделают. У меня уходит хп, это хуево просто пизда. Давай строим костер. И давай жарить все, что у нас есть. Гриб, во-первых, готовить. А жрем гриб. Блядь, что такое? Что такое, блядь? Все, рассудок. Все, минус. Блядь, нам придется пиздиться, просто пиздец. Я не знаю, что ты можешь съесть, чтобы тебе было хорошо. Идешь нахуй. Блядь, все, нам пизда, ребят, нам пизда. Нам пизда. Мы сдохли. Ебануться! Ебануться, блядь. Подожди, а мы что, полностью сначала начнем? Мы не сможем забрать ресурсы наши? Давай быстрее. Да, мы просыпаем. Да ну. Охуеть. Блять, наверное, мы на этом и закончим. Это, конечно, пиздец. Ладно, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пиши, как тебе игра, понравилась или нет. Будем ли мы продолжать смотреть на мои страдания? Пожалуйста, если вы шарите за эту игру, как восстанавливать рассудок? Потому что это просто звездец. Вот как-то так, ребят. Подписывайтесь на канал, опять же. Вот. Всем пока. И помни, все только начинается. Удачи.